320 евро в месяц. Таков размер минимальной заработной платы в нашей стране после последнего повышения, соглашение о котором было достигнуто в конце прошлого года. По этому показателю Эстония смогла обойти лишь Румынию, Чехию, Словакию, Болгарию, Латвию и Литву. Если говорить о богатых странах Европы, в число которых нас уже давно обещает привести правящая партия, то от них Эстонию по-прежнему отделяет огромная пропасть. К примеру, в Люксембурге минималка выше почти в 6 раз. И даже в спасаемой всем миром Греции она больше эстонской в 2 раза. Правительство признает, что сделать скачок до уровня самых богатых очень сложно, но предпочитает равняться на ведущие страны Евросоюза. Мы все время себя сравниваем с нашими соседями, с финнами, с шведами. И это значит того, что у нас уровень, с которым мы себя сравниваем, является очень высоким. Конечно, легче сравнивать себя с такими государствами, которыми мы были в одном союзе 20 лет тому назад, но это нам не так уж много дает. Больше дает сравнение с наилучшими. С точки зрения экономистов, в ближайшее время нас ждет существенная корректировка уровня зарплат. Вряд ли они достигнут уровня Люксембурга, но в борьбе за трудовые ресурсы предпринимателям придется платить больше. Иначе квалифицированные работники найдут себе место в более обеспеченных странах. Причем этот процесс уже сейчас идет полным ходом. Будет какой-то некий, как я предполагаю, некий баланс между дефицитом рабочей силы и вынужденным увеличением и средней заработной платы, и вообще уровня заработной платы. Почему? Потому что отток рабочей силы идет. Люди, естественно, хотят жить лучше сегодня, а не ждать там что-то в будущем. И поскольку мы в Евросоюзе, то этот отток будет просто нарастать. И тогда работодатели здесь и правительство вынуждены будут уже рассматривать как бы с другой точки зрения. Именно вопрос социального обеспечения и как бы вот этих директивных. Минимальная заработная плата, средний уровень заработной платы и так далее. Таким образом, главная опасность, о которой говорят экономисты, заключается в том, что пока правительство ищет пути в пятерку самых богатых для всей страны, жители Эстонии находят эту дорогу гораздо быстрее, но в индивидуальном порядке. Поэтому повышение жизненного уровня из разряда политических обещаний становится проблемой государственного масштаба, вне зависимости от того, какая коалиция находится в стране у власти. Максим Волков, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.